Стремится мир к вершине облаков. Стремится жизнь почувствовать, увидеть. От дальних звезд до дальних берегов мы к свету рвемся, чтобы все предвидеть. Наукой нам подарены ключи. Наука открывает жизнь и двери. Науке свет нас выведет в ночи. Наука заставляет нас поверить. Искать, любить, творить и создавать. Наука — это сложное искусство. Кто жизнь своей науке создать, открыл в душе иные чувства. Пестрит земля в убранстве городов, в узорах улиц и в игре фасадов. И ты, Воронеж, на карте из цветов, венец творения, высшая награда. Сокровищница знаний и умов, хранительница тайн, идей, секретов. Ты воплощение самых светлых слов, ты дар отцов, восьмое чудо света. Сегодня День российской науки. 8 февраля он отмечается не случайно. В этот день по указу Петра I в 1724 году была образована Российская академия наук. Это праздник всех, кто причастен к созданию интеллектуального потенциала страны, уникальных открытий и изобретений. И хотя у всех нас совершенно разные направления научных исследований и разный поиск научных идей, всех нас объединяет преданность своему делу и настойчивость в достижении своих целей. Тесная связь поколений, взаимодополнение фундаментальной и прикладной науки, стремление решать важные для общества задачи составляют основу научной традиции ВГМУ имени Николая Ниловича Бурденко. Совет студенческого научного общества Воронежского государственного медицинского университета желает всем ученым, работающим в самых разных направлениях и принадлежащим к разным поколениям, жизненной энергии, а также покорения новых вершин на пути развития научной деятельности, крупных научных открытий, значимых свершений и признания на поприще исследований и разработок.